Брат, забыл дистанции. Очередная эрекция для вас, так сказать, чтобы скрасить денек, немножечко настроение подзавести, потому что новый выпуск успеша вышел. Вот приколы из World of Tanks Zombie Tank, 123 выпуск. Сразу по традиции завозим лося. Ребят, я только что отстримил 9 часов. Да, кукуха поехала совсем. Еще катал в рангах, сгорел просто в ноль. Поэтому хочется себе немного настроения поднять. В общем, берите себе покушать, друзья мои, заваривайте чаёху. Сразу тоже влупите лося, да, так сказать, чтобы смотрелось с интересом. И не забудьте потом комментарии от 5 слов написать в поддержку стримлера. Спасибо от души, ребят. Погнали. Блять, эпичный колесник. Господи, как у тридцатки горит, я думаю, Вась. Там просто жопа полыхает, наверное, адски. Ты понимаешь, что он больше танкует, чем ты на своем маусе? Чё, пацаны, с**ка, не имба, блядь, вообще? Понимаю, понимаю, коробок засветился. Нормал. Нихера себе, здесь на встречке база там стоит. Я, кстати, ни разу не играл в встречку эту. 4600 на тири. Да что ты, черт побери, такое? Наверное, обидно. Да, наверное, очень обидно. Наверное, охренеть как обидно, ребят. Просто арточка запорола такой бой пацану. Просто арточка, ребят, такой бой пацану запорола. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Ага, да? Хорошо тогда. Наберешь Арлекин, если что. Ясно. Пошел я на. Если ты не любишь донатить. Так, если ты не любишь смотреть рекламу, братик, то я перемотаю ее. Хорошо. Ссылка в описании. Блин, ля у него дырокол, конечно. А, я понял. Хорошие сосички по кликухе, да? Ребят, просто хорошие сосички по кликухе. Ничего, ничего личного, ребят. Ясненько. Просто Dream Team. У каждого танка свои способности, у каждого... Всем привет, я... Меня зовут Бладько, и я как бы способен быстро читать текст. У каждого из 5 танков стального охотника есть две общие, две уникальные... Ну ладно. Я думал, тут что-то сплэш написано. Стандартный текст. А это что, простите? А, опять этот баг! Как живой, ну а не живой! Ну нахер. Опять этот баг. Шо? Опять? Бля. Это жесткий баг, ребят. Какой же он жесткий. Просто чел, прикинь, насколько жестко у него кукуха едет, блин, когда он видит вот эту хрень. World of Tanks, наша игра. 4 из 4 голды жестиков, ребят. Балдежная вообще игруха. А, прикинулся, типа сдохлый. Отец, ну ты видел? Ну нахрен. Бля, насколько, пацаны, это жестко. Это реально такой кибербуллинг от картошки. О,
О, привет! А, я тебя знаю. Бля. А, уже, кстати, есть видос, как этот баг работает. Вот, кстати, вот здесь вот. Зомби-танк, банк, баг ВСО. Я понял, как его юзать. Артяшка выпустил ролик. Ты понимаешь, братуха, что он мог просто вот с самой первой красной зоны уехать где-то в угол, вообще не появляться. И он бы затащил все равно катку. Он просто бы затащил катку. И ты даже бы не понял, что произошло. У тебя горела жопа, ты бы в этом квадрате ездил везде, где только можно. И, ну, по факту, типа, это звездец прям полный. Какую психушку? Вы чё, угораете, что ли? Да! Это вы кого вызвали? Вы чё, угораете? Ну да, глухой нужно отъехать из-за. Хотя в рангах, наверное, отъедешь быстрее. Ага, да? Ай, ты, бля, первое нападай, невлияние. На чё ты, сыкло, ёп... Не влияние номер раз, ребят. Не влияние номер два. Опять да он же. Я на перо насажу, слышь, ты чепуха, ёп. Как бы танчик убил, ну, изи, да? То есть... Чисто влияние от обычной техники. Да а вот мать! А вот не влияние какого от необычной техники. Я видел жесть. Даже ты понимаешь, даже артовод пишет, что он видел эту жесть. Даже артовод пишет, что он видел эту жесть, чувак. Ёб твою мать, даже артовод признает, что это звездец, ёб твою мать. Ну даже разрабы говорят, что это нормально. Даже разработчики говорят, что это нормально. Понимаю. Сами артоводы признают, что это как бы трешачок, да? Ну, разработка, все нормально. Это максималка. Это максималка. Чатик, напишите по-братски. Насколько я знаю, 1750 плюс 25% это как раз будет 21,88. Давать на фулки мы не бросим. Нихера они закибербулили, чисто, пацаны. Ля-л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 я. Красавчик, вынес мусор. Хорош, ты по минусу на двоих. Ушел красиво, кстати. Ушел красиво. Реально ушел красиво, по факту. Хорошо тогда, наберешь. Ты это, заходи, если что. Ля ты крыса, а? Получается, сметанул. Я танкист просто вижу... А, ну понял. Это стандартно. Тупо дизмораль в самом начале. До чего человека довела коричневая нечисть? А знаете, я его понимаю. Порой тоже хочется просто поехать либо утопиться, либо просто нахрен выйти в ангар. Ля, какой сладенький, какой вкусненький, сидит, загорает. А, кто-то там себе, так сказать, со щитом или на щите, да? Кто-то себе, ребят, живой щит взял. Не живой. Ну, живой, ну, как будто не живой. Кстати, мое почтение на этом куске говна
Сделать уже 2700 и 6 фрагов, это достойно. Это реально такой кусок кала, ребят. Тупо кусок мрачного кала. А чё он не стрельнул по нему? Набил бы дашки. Восемь фрагов, 3360 урона на жестком говне. Так ты понимаешь, братан, мало того, что оно деду просто шапочку, так сказать, культурно-вежливо, вежливый класс техники, вежливо сняла ему шапочку, так он еще и этому дал на 16 секстана и на 230 хп. Как тебе такое, Антош? Это нормально. Красиво. Красиво, ребят. Качаем арточку, ребят, не понтуемся, хорошо? Братики, качаем арточку, не понтуемся. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Ну просто хочется изи. Ну вам просто хочется изи, ребят. Качайте арточку, не понтуйтесь. А. Ну получается, только по свету стреляет. Сколько? Все хп арта сняло, ребят. Все хп, вообще все. Типичный я. Сегодня весь день в рангах. Я же говорил, да, что я в рангах сегодня. Часов сколько? 6 часов я в рангах сегодня играл подряд. Типичный я. Все 6 часов. Любая позиция. Любой танк. Перекатывайся хоть по всей карте. Артоводы стреляют только по тебе. У кого тоже есть такое ощущение, что только вас видят в бою? Прожимайте лайк. Посмотрим, сколько посмотрел нас. Посмотрел видос и не подписался. В танках 40% остался. Так точно. Сплэш херни не скажет. Подписываемся, ребят. Подписываемся обязательно. И не забудьте прожать царского лося и написать ваш комментарий. Ребят, от 5 слов по-братски. Черканите, если не сложно. Стараюсь читать. Стараюсь читать то, что вы пишете. От души всем, кто проявляет активность, реально, огромное вам спасибо, что не остаетесь равнодушными. Спасибо за просмотр. Удачи. Бэ-бэ.